пришла к маме с папой снова убрать траву. Не сильно здесь, но все равно потяпать надо. Тут вот колючка. Ай, колючка. Колючка растет. Здесь чуть-чуть. Ну и здесь вот. Так, плющ мой, наверное, подсыхает. Не знаю, что с ним творится. Плющик мой. Навела я правильно на плющ, на плющ. Ну вот. Потяпала, но еще не до конца. Сегодня очень сыро, но погода мне нравится. Сегодня не знаю сколько градусов, было утром, по-моему, 17. Вот как у нас похолодало. Вот, и что я хочу сказать. Дожди прошли, ливень, град, и земля еще не подсохла. Вот, она вот прилипает к тяпке. И мелкие росточки вылезли травы. Их тяжело, в общем, стяпывать. Вот. Я руками в основном. Где колючка, татарка ее как называют. Вот, я тяпкой стяпываю. Ну, а так, вот видите, это земля. Вот я тут потяпала руками, что выбрала. И все равно она мелочь вот осталась и притаптывается. Я думаю, она завтра еще и примется. Завтра будет хорошая погода, и она и примется. Это надо было попозже мне, конечно, чтобы земля хоть просохла. Но все равно чистенько. Я еще протяпаю сейчас около памятника, да. Вот. И это потяпаю. Оставлю плющ и хочу вот развести вот такие вот, вот такую травку. Вот, она мне нравится. Будет как ковриком он у соседей. Видите? Вот. И вот она у нас надгробница здесь, или как она называется правильно, на этой плите. Вот такая травка. Красиво. И жара была какая. И не поливал я ее. Растет и растет. И вот даже зацвела. Видите, как зацвела. Как мимоза. Так, буду работать дальше. Дальше сейчас потяпаю еще. Потом я вам сниму. Мелкую траву надо убрать. А мешок, вот видите, какой натяпала. Большой. Вот видите, моя рука. Вот что получилось. Земля сырая, все пристало. Пристает и снова прорастет. Wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.